Друзья, всем привет из Голубицка. Сегодня у нас 25 августа. Я иду сейчас с пляжа района Кавказ. Снимаю тут видео коротенькое. Зайдите, посмотрите потом попозже. А сейчас мы пройдемся по другим пляжам Голубицкой. Сегодня у нас обстановка кайфовая. Ветерок, волны. Просто сумасшедший дом какой-то. Любителей волн из моря не выгнать. Посмотрите, море все заполнено людьми. Купаемся, кайфуем. Я сейчас пройду тоже до центрального пляжа. Там тоже буду купаться. Сначала запилим видео, потом уже свои развлечения, да? Красота здесь. Чуть подальше от района Кавказ уже чистые пляжи такие от людей. Более пустынные. Посмотрите обстановку. В это время у нас, к сожалению, не пройти по некоторым местам. Вот как здесь. Видите, вот это здание. Придется обойти. Но посмотрим заодно, как Голубицкая живет, чем. Не переключайтесь, будет интересно. Блин, ну какой же кайф здесь, друзья, просто фантастика. Я, конечно, это невероятно. Посмотрите, как люди балдеют. Делают фотографии, блин. Это невероятные картины. Меня всегда радует шторм. Можно плавать у нас, тягунов нет. Видите, даже маленькие детишки у нас купаются. Красотень, конечно, просто красотень. Единственное, сегодня, конечно, на сапах не поплавать. Сегодня в районе Кавказ у нас какой-то ажиотаж непонятный. Людей очень много здесь, машин очень много, что подозрительно. Просто все улицы забиты в районе Кавказ. Для августа, конечно, для этого это просто потрясает. Обычно у нас в это время уже люди начинают разъезжаться, но в этом году как-то странно. Машины прут и прут. До сих пор вот работают даже по сдаче жилья люди, сидят на скамеечках такие. Значит, спрос есть, это явно. Кстати, у нас группа есть в Телеграме, и там у нас есть интересный такой человек, Ильдар. Он тут у нас встретил день рождения в Голубицкой, показывал постоянно свои видео, утренние, там, вечерние. Вот он здесь вот именно отдыхал, кто спрашивал. Он, наверное, хотел такое место своего скрыть, спрятать, но не удастся. Друзья, он сегодня уехал, поэтому его там номер освободился. Можете вот заказывать прямо домики у моря. Спалим немного места Ильдара, потому что посмотрите здесь, как хорошо. Вот рядом Магнит. Медийные точки здесь, шашлычки, все рядышком. Очень интересное место. О, там наши люди, кто там машет руками. Так, интересно. Сезон, похоже, не собирается заканчиваться у нас. Так, а мы зайдем сейчас на пляж Молодежный еще. Посмотрим, как там обстановка. А то у нас у зрителей пишут, в море не зайти. Медузы, волны, купаться нельзя. Посмотрим, друзья, можно ли купаться, нет. Кстати, вот эти вот, когда ошметки в воде, они, да, щипятся. Кого-то щиплет кожица, ну, как, знаете, вот от стекательных клетках от медуз, кого-то нет. Есть такой у нас момент еще. Смотрите. Да, без остановки движения, вот это меня просто потрясает. Это значит, говорит о том, что какие-то неприятности на Черном море у нас сегодня, это 100%. Но я тоже видел такое в новостях. В Сочи там сносит пляжи, ураган. В Геленджике ветрище. А там же у нас тягуны. Море зачастую становится холодным, когда такие вот у нас беды на Черном море. И к нам люди прут. Посмотрите, вот, наверное, секрет. Мы с вами и открыли. Ну, как интересно, да, люди фотографируются. Так. Ладно, мы дальше пойдем. Так что даже сейчас у нас идет переписка вот в телеге. Я так иду, мимоходом читаю, когда при остановках таких небольших. Люди пишут, что сейчас можно уехать в Веселовку или еще куда-то. Но проверяйте прогнозы погоды, потому что там может быть точно такой же ветер. От нас 40 километров по прямой до Черного моря. Поэтому те же самые порывы будут и там. А там вот тягуны. Почитайте статистику, сколько людей тонет на Черном море. Вы поймете. Вот эти волны у нас Голубицкая, это
просто ерунда по сравнению с этим. Кстати, аквапарк тоже очень много людей. Сейчас я вам так немного покажу. Кто боится волн, друзья, вот вам сюда. Видео у меня есть. Он такой у нас деревенский, но я считаю хороший. Здесь вы хотя бы не траванетесь. У нас нет вот этих вот разных эпидемий таких на Азовском море. Потому что канализация в море не сбрасывается. И это очень радует. Кстати, кто-то спрашивал, где караоке в Голубинске. Вот здесь вот, друзья, было, по-моему, Фиеста кафе. Я тут как-то проходил, люди пели. И вот здесь вот рядом с Надеждой такой вечерний караоке-клуб, если так его можно назвать. Тоже постоянно люди поют. Блин, надо мне срочно смотреть, что на Черном море происходит. Я уже давно такого в Голубинске не видел. Столько машин здесь вообще. Вот здесь такой гриль-бар со столиками. А вот мы почти до Молодежного добрались. Вот здесь у нас поворот. Здесь место такое тайное, тихое. Его тоже наши зрители найти не могут почему-то. Я всем говорю, что берите, набирайте база Лада отдыха. Ну, в общем, он здесь у парка аттракционов. Тут адреса как такового нет. Поэтому я даже и не могу сказать, какой тут номер дома. О, а вы уже попали в кадр. Так, сейчас, секундочку. Здравствуйте. Как зовут-то вас? Михаил. Михаил? Ну вы уже попали, ничего? Ну ничего, конечно. Да? Уже, да. Мы тебя тут как бы видели раз, когда приехали, тут пробежал. Понятно. Да. А давно так отдыхаете уже? Ой, 4 дня нам еще домой. 4 дня? Да. Нормально. Ну, уже 5 поотдыхали. Ну как сегодня волны? Сегодня вообще классно, покатались. Ну не боитесь прям, волн, да? Нет, прям. О, уважаю вы. Ждали вот эту погоду именно, в прошлом году эту погоду. Ну, в этом году больше вот волны. Волны сейчас, да? Да. Угу. Прям хорошо покатались. Да блин, я сейчас видео запилю, короче, и бегу на центральную пляжку купаться. Представляешь, я вот сейчас хожу и мучаюсь. Я обожаю такие волны. Да, прям вот так здорово. Прям. А откуда вы приехали еще вот? Владимирская область. Владимирская область? Да. О, Владимиру привет. Понятно все с вами. Так. Я бывал и у вас там, короче, да, я полз. Да, а мы тебя смотрим, как с прошлого года начали смотреть. Кстати, все, YouTube прикрывает, это 100%. Да, YouTube все уже, в YouTube нет, мы это, в Телеграме. В Телеграме, если что, я есть еще в Дзен и Рутюб, на всякий случай. Если не закрою канал, то там буду. Ладно, удачи все, вам, давай, семье да, вашей, хорошо? Все, спасибо, так, да. Все, удачи вам. Так, друзья, идем. Вот. Посмотрите, я еще дальше буду продолжать. Здесь столовая очень хорошая. Вот это вот на входе на Молодежный пляж. Тут у нас, конечно, идут споры тоже, вот как наш житель говорит в телеграм-группе, он там подписан. Ребята между собой спорят, где хорошо кормят, там в Крабузе, там плохо, там-то плохо, там-то хорошо. На вкус и цвет, друзья, товарищи нет. Я почему и не хожу по этим заведениям. Тут люди просят как бы ходить. Даже там предлагают там за деньги снять какой-то обзор. Я за деньги не снимаю. А уж тем более вот эти вот предпочтение кулинарного искусства какого-то, это неблагодарная вещь. Вот тут о море-то снимаешь, говоришь, показываешь, вот люди купаются, можно купаться, да? И кому-то нравятся эти волны. Нет, все равно люди находятся такие. Мы не можем купаться, Голубинское отвратительное. Тут, короче, ужас, в общем, друзья. Им не важно чужое мнение какое-то, им только вот на себя, пуп земли. А то, что там сотни тысяч людей купаются в этот же день в Азовском море, им не важно вообще. Да я уже сам прям не могу, я уже на низком старте. Я вот скорее, я сейчас запиливаю это видео, друзья, вы меня простите, я не буду его длинным прям таким снимать. Просто покажу реальную обстановку и все. И бегом, короче, бегом в море. Вот он у нас пляж Молодежный, посмотрите. Очень интересное место, очень интересное. Тут у нас и развлечения, все есть. И он как бы тайный. Вот посмотрите, да, что в районе Кавказ у нас происходило. И что здесь. Он просто огромный, друзья. Просто огромный. Продолжительный. Вот там вообще у Золотой Рыбки народу кишит. Может, мы сейчас туда сходим с вами. Но там место такое более посещаемое. Все его знают. Посмотрите. Такая вот обстановка. Красотень, друзья, просто я обожаю шторм, невероятно красиво,
очень чистые пляжи. Поэтому я не знаю, откуда берутся у нас такие люди, которые пишут всякую ерунду вообще. Показываешь, вот каждый день показываю, друзья, и бестолку вообще. Посмотрите. Ну это просто кайф. У меня вообще слов нет. Все, идем дальше. Вот здесь вот у нас и покушать можно, вот на этом пляже. Мне тоже нравится. Не надо далеко ходить. А вот здесь у нас и массажик есть. Тоже кто хочет подлечиться. Беседочки. Недавно одна зрительница тут писала, что у вас в Голубинске нет ни зонтиков. И негде укрыться от солнца. Что ей остается посоветовать? Только смотреть канал «Деревенский за колхоз». У меня других вариантов нет. Я каждый день хожу по пляжам, показываю. Все есть, друзья, у нас сейчас. Все есть. Может, она когда-то была в 90-х годах. Уходить не хочу отсюда, если честно, с этого пляжа. Он такой самый, как бы, свободный, такой кайфовый, что ли. Как это объяснить, я даже не знаю. Есть у нас красивый пляж Альмаре еще, хороший очень. Но этот вот, конечно, фантастический. Всем советую, друзья. Отвлекся от темы немного, друзья. Сейчас тут встретил опять наших зрителей, таких молодая парочка здесь. В общем, поговорил. Ребята позитивные, жалко, вот, ну, многие люди не хотят на камеру сниматься. Но они хотя бы предупредили. Мне не придется их вырезать, как обычно из видео. О, собака, я думал, сейчас залезет в воду. Всегда интересно за собаками наблюдать. Но сегодня вот они не рискуют в волнах. Но я, может быть, их и уговорил занырнуть. У меня просто времени сейчас нет. О, надо кайфовать. Особенно, когда вы вот так вот приезжаете на море. Каждую погоду надо использовать, каждую. Даже если дождь будет, да, если ветер. Вот посмотрите, вот у нас люди вообще купаются, даже с маленькими детьми. Но возьмите даже ребенка на руки, перенесите, да. У нас вот здесь прибои такие, волны бьют, бывает, с песком. А дальше нормально. Ладно, идем дальше. До Золотой Рыбки я все-таки дойду. Я уже просто хочу в море. Уже у меня сил нету. Блин, это невероятно, друзья, это кайф просто. Я, конечно, вообще, ну, в шоке, если честно, хожу, вот, когда такие волны. Просто, кстати, посмотрите, я уже сколько прошел пляжи, да, и чистые пляжи, я не знаю, куда нужно там 1,5 километра ходить, какие-то пляжи искать. У нас тут люди вот такое пишут, вообще шикарно просто. Блин, это бомба. И мне Ридочку-то жалко, она сейчас у меня дома. Я, наверное, сейчас забегу за ней. Даже, может быть, в первую очередь забегу. Она у меня тоже такие волны любит. Да. Блин, шикарно. Здесь у нас, конечно, пляж такой вот еще вот интересный. Парк аттракционов рядом. Тоже запоминайте места. Прямо аттракциончики рядом. Можно прям... выходить, когда жарко вам, сразу в море окунаться. Вот мы, кстати, идем, обратите внимание, вот уже где-то рядом Золотая Рыбка у нас, пляж Альмаре. И у нас кругом лежачки, навесы. Бунгало. Можно и так лежать. У нас черноморцы иногда пишут, что здесь нужно, необходимо, вернее, они так думают, что нужно вот эти вот зонтики и бунгало и так далее, лежаки. Они просто не понимают, что пляжи могут быть чистыми, друзья, что песок может быть чистым. Понимаете, вот, да, в чем их ошибка. У нас ракушечка, у нас максимум бывает грязь какая-то из реки Кубань, когда ветки вот эти выносят, деревья там, ну, какой-то хворост, какие-то камыши. Они думают, что здесь как в Анапе, да, на Черном море, вот эти пляжи. А у нас вот такая красота, друзья. Смотрите сами. Блин, ну фантастика просто. У меня слов нет, я отвлекаюсь, я прошу прощения, может, я какой-то... Так. Красотень, просто красотень, друзья. Вообще, ну невероятно. А вот мы уже и на пляже Альмаре. Смотрите, здесь у нас веревочный парк есть. Очень хороший парк. Вот тут вот для детишек развлечения.
Посмотрите. Даже у нас тротуарчики есть. Красивое место. Вот он такой, пожалуй, после Молодежного самый красивый такой пляж. Видите, он благоустроенный. Тут туалеты есть, душевые. Спасатели. Тут тоже покушать можно. Ну, цена подороже, наверное, будет, чем вот на Молодежном. Хотя я тоже не уверен. Да и говорят, люди в отпуске, мы приехали отдыхать, а не экономить. Блин. Рай. Видите, как здесь все благоустроено. Тоже лежачки, навесы. Ну и тоже абсолютно чистый пляж. У нас бывают, конечно, медузы, но они же не каждый день, друзья. Вот так вот они пришли, там где-то на берег повыбрасывало, выкинуло потом их в море. И все, купайся, наслаждайся. Не обязательно куда-то уезжать. Тут есть у нас один зритель такой, пишет постоянно с одним и тем же ником. Отдыхаем в одном месте, говорит. Не понравилось, грязно, медузы, уезжаем в береговое. И это уже не первое сообщение. Я не понимаю, почему он... А как бы приезжает назад, а потом снова уезжает береговое. Непонятно, либо он хвастается так, либо что, я не могу понять. Береговое, это у нас, кто не знает, это Феодосия. Очень хорошее место. Тоже советую. Пляжи там у нас как один в один, как в Голубицкой. Блин. Невероятная, конечно, картина сегодня. Друзья, все, я буду заканчивать. Прошу у всех прощения, я уже не могу. Сейчас бегу быстро за Ритусей, в первую очередь. Такого упускать нельзя, она мне не простит. Я потому что, если задержусь сейчас здесь на пляже, это, конечно, будет на очень надолго. Все, всем удачи, друзья, счастья. Такой вот у нас рай. Посмотрите, мамочка с ребенком как купается, все спокойно. Вон там вот детишки у нас плавают. Не верьте этим нытикам, приезжайте, отдыхайте, загорайте, наслаждайтесь. Всем удачи, друзья, опять счастья побольше.